При поддержке телеканала A1 28 июля и 4 августа на парковках сети торговых центров «Капитолий» пройдут ежегодные турниры по стритболу среди любителей. Абсолютно любой желающий может принять в них участие. Для этого необходимо собрать команду из 3 человек, придумать название и зарегистрироваться в оргкомитете. Помимо традиционного бросания мяча в кольцо, для участников подготовлено немало сюрпризов. Накаленную атмосферу скрасит выступление девушек из группы поддержки, а свое мастерство и виртуозные полеты продемонстрируют профессионалы по слэм-данку. И, внимание, 4 августа на финальной игре турнира выступит L1. Он лично поздравит победителей турнира. Все они, а также самые активные участники, получат ценные призы от сети торговых центров «Капитолий», а также партнеров. Второй отборочный этап турнира пройдет 28 июля возле торгового центра «Капитолий» Марина Роща. А финальная игра состоится 4 августа около «Капитолия» Навернадского. Начало турниров в 12:00. Вход на игры и концерт бесплатный.